Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту саудовский спутник. Компания Илона Маска SpaceX осуществила первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник RebZ-6i, говорится в сообщении компании в Twitter. Подтверждено успешное развертывание RebZ-6i на орбите геосинхронной передачи, завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy, отмечается в сообщении. В SpaceX добавили, что на площадке на мысе Канаверал успешно приземлились два усилителя и центральный блок тяжелой ракеты. SpaceX впервые запустила к МКС корабль Crew Dragon. Напомним, 10 апреля SpaceX перенесла первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy, так как в этот день ожидались лучшие погодные условия. В итоге запуск состоялся 11 апреля. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicorrespondent.net по материалам сайта news.com.